Добрый день, хочу рассказать вам, как настроить 1С управление торговлей с нуля. Что значит настроить с нуля? Это значит ввести данные об организации, ввести поставщика, ввести товары, сделать так, чтобы товары появились на складе, ну, соответственно, ввести склад и продать эти товары какому-то покупателю. Давайте по порядку, что нам нужно для этого сделать? Вот для того, чтобы в минимальном формате настроить работу с 1С управления торговлей. Вот, речь пойдет об этой конфигурации. Соответственно, для начала нам нужно ввести сведения о предприятии, переходим в NC администрирование и вводим сведения от предприятия, сведения об организации. Вот, что нам здесь нужно сделать? Нам нужно взять нашу организацию, да, там, она у нас называется ООО «Торговая сеть Мастер». Вот, сюда ввести сокращенное название. Вот, после ввода сокращенного названия у нас автоматически подставится полное. Тут с кавычками некоторая беда, там удалим лишние данные, и дальше автоматически подставится рабочий. Пусть вот так вот рабочий так и останется, торговая сеть мастер. Ну, если вам неудобно, можно, допустим, вот так вот перенести, чтобы при постановке в документах вы могли просто буковку М нажимать, да, там, и у вас слово мастер привычнее будет заполняться в документах. Дальше выбираем ИНН. Вот, выбираем ИНН. У нас автоматически заполняются те данные, которые здесь вот здесь написаны, да, там, и вы можете нажать вот эту кнопку, и, соответственно, вот эту вот кнопочку вниз, и, соответственно, программа спросит перезаполнить реквизиты контрагента на основании данных игры ИОЛ, да, там, нажимаете «Да», если у вас подключен сервис, который взаимодействует именно со всеми этими данными, то есть у вас это все заполняется, у вас заполняются там адреса. Вы можете спокойно дальше этот адрес копировать, соответственно, здесь уже все у вас также заполнится. Вот, здесь у вас нужно будет подставить телефон какой-то, и нужно будет подставить электронную почту. Ну, не особо важно электронную почту, важно телефон, там телефон он в некоторых документах печатается, поэтому пусть он будет. Все, по организации у вас она готова, может уже работать там, но единственное, что надо создать новую учетную политику. Вот, создадим учетную политику, назовем ее общая. Вот, укажем, что вроде как у нас организация будет плательщиком ЕНВД. Все, записываем эти данные, и здесь у нас появится куча всяких нужных галочек там и так далее. Вот, здесь, допустим, на прочие расходы отнесем направление списания НДС, неприменяемое к учету, и здесь нам нужно указать еще аналитику расходов. Вот, ну, можно не указывать, вот так можно оставить. Вот, соответственно, здесь бухгалтерские данные, они особо не нужны там, да, там для начала работы, но можно там вникнуть в них, соответственно, вот ключевая, одна из ключевых вещей это метод оценки стоимости запасов, средняя там, либо FIFO. Раньше все там прям упирались, чтобы было там FIFO, да, там и так далее, но сейчас спокойно к этому относятся. Потому что расчет себестоимости там все равно там достаточно такая нетривиальная процедура, и проще считать по средней там и не заморачиваться, и, соответственно, все это достаточно просто работает. Все, учетная политика у нас готова, и дальше у нас настройка печати. Можно добавить логотип, можно добавить факсимиле, да, там, если у вас оно есть. Вот, ну, в принципе, можно обойтись без этого, да, там ничего страшного, если у вас документы будут сначала без логотипа, и ничего страшного, если они будут без факсимиле. Вот, ну, у вас готовая организация, соответственно, здесь уже можно что-то на нее, не на нее приобретать, а с ней уже можно работать. Вот, опять тут нам поменяла программу название, да, там взяла из игры U. Вот так вот сейчас у нас все выглядит. Ну, ладно, пусть так будет. Лица с правом подписи можно делать, можно не делать, да, там просто знайте, что если вы будете это делать, то у вас во все документы будут подставляться эти данные. Если нет, то там вам нужно будет, допустим, там дописывать или еще что-то. Ну, тоже особо там ни на что не влияет. Работать можно уже начинать. Дальше. Что дальше? Дальше нам нужно заполнить двух контрагентов. Первый у нас будет поставщик, второй у нас будет покупатель. Пусть будет так, да. Вот, соответственно, у нас есть НЦИ продаж.
Вот, здесь у нас есть два предопределенных элемента: розничный покупатель и неизвестный партнер. Вот, неизвестный партнер — это, условно говоря, неизвестный поставщик, а розничный покупатель — это там стандартный покупатель. Но мы не будем этим пользоваться, да, то есть мы введем нормального поставщика. Тоже нам нужен для этого только ННН. Если у вас подключено, опять же, я скажу, если у вас подключен подписка на ЭТС есть, то, соответственно, все это уже будет работать. Вот, здесь у нас нужно будет просто также указать ИНН, ставим галку «Указать идентификационные данные партнера, будет создан контрагент». Соответственно, вы вводите ИНН, у вас автоматически подставляется все, что нужно для этого контрагента, для работы. Вот, можете указывать, можете не указывать контактные лица. Здесь нужно либо телефон или e-mail ввести, да, потому что программа не даст сохранить данные, да, там введем какой-то e-mail, пусть он у нас будет, допустим, если у нас это поставщик, введем такой e-mail, опт, весь инструмент.ру. Вот, пусть он у нас вот так будет. Все, собственно говоря, поставщик уже готов. Вот, можно нажать кнопку «Далее». Вот здесь выбирается тип отношений, да, тут нужно поставить поставщик. Все, он у нас готов. Юридический фактический адрес проставляется. Ну, опять же, там не обязательно, можно не указывать это вначале, потом все это заполнить. Основного менеджера можно тоже не ставить. Нажимаем кнопку «Далее». Банковский счет, если нужен, то указываем, не указываем, там и так далее. Создаем все. Создаем все, у нас готовый поставщик, адреса телефона, прочая информация, документы, контактные лица, номенклатура, прайс-лист мы заполним потом. Все, нам просто нужны эти данные для того, чтобы начать работать. Вот, начать работать и, соответственно, заполнять какие-то документы, да, там. И, соответственно, если вы зайдете в NCI закупок, вот у вас здесь будет справочники поставщиков, этот поставщик этот отображен, а в справочнике клиентов у вас будут там только клиенты отображены. Вот такая схема. Соответственно, здесь дальше мы создаем клиента, которому все это продавать будем. Также нажимаем кнопку «Указать идентификационные данные» и берем ННН. Если опять же у вас подключен к этой системе. Так, здесь она предупреждает, что программа предупреждает, что это ННН юридического лица, соответственно, это у нас ННН предпринимателя. И вот если мы нажмем, тут у нас все заполнится. Все, у нас все заполнилось. Также нам надо какой-то ввести почтовый адрес, чтобы нам система дала сохранить, ну, либо телефон. Вот, нажимаем кнопку «Далее». Здесь у нас по умолчанию ставится клиент. Вот, в помощнике по умолчанию ставится клиент, потому что клиенты заводятся чаще, просто элементарно чаще. Все, тоже нам никакой банковский счет не нужен. Все, создаем мы эти данные. Собственно говоря, вот мы ввели сейчас, на текущий момент мы ввели поставщика. Вот у нас весь инструмент. И мы ввели клиента. Иванов Максим Олегович. Вот, и дальше нам нужно ввести две позиции там или одну позицию номенклатуры. Давайте одну позицию введем. Просто также нажимаем кнопку «Создать». Вот, нам нужно выбрать вид номенклатуры. Здесь у нас есть по умолчанию, ну, пустой справочник. Нам нужно создать какой-то вид номенклатуры, чтобы он у нас был. И вот здесь обратите внимание, что есть типы номенклатуры, то есть товар, услуга и работа. Ну, базово, если вы продаете товары, то, соответственно, надо выбирать товар. Если вы оказываете услуги, соответственно, оказываете, ну, нужно выбирать услугу. Вот, по работам ведется количественный учет и учет себестоимости, да, там это достаточно редкая позиция и редко кто пользуется. В основном товар или услуга. Там преимущество услуги заключается в том, что первое, она не считается по складу, да, там, поскольку эта услуга, она не хранится на складе. И второе, то есть вы можете вводить наименование услуги, да, там, завели какую-нибудь услугу, допустим, строительные работы, и дальше можете в документах вводить данные,
строительные работы там с 1 января по 31 января, строительные работы с, ну, исправлять то, что будет выведено в акт. Вот, здесь мы оставляем товар, здесь заведем вид номенклатуры, который будет называться товары. Заведем его большими буквами, чтобы никто не ошибся. Вот, и, ну, собственно говоря, вот он у нас сохранится. Вот, при ввода вида номенклатуры вы можете сделать следующее, да, там сделать, отметить, какие данные нужно заполнять, какие значения по умолчанию нужно проставлять, допустим, там НДС сразу 20%, единицы измерения, штуки уже сразу можно поставить шаблон ценника и шаблон этикетки, это вам сильно облегчит дальше жизнь при вводе там новых товаров. Вот, соответственно, программа при выборе, соответственно, этого вида номенклатуры, дальше у вас уже все данные, вот на следующем товаре, который мы будем заводить, увидите, как она все заполнит. Вот, соответственно, я возьму вот такой товар. Наименование для печати у вас после того, как вы введете рабочее наименование, может быть сформировано автоматически. Вот, то есть наименование для печати выводится во все документы, рабочее наименование выводится в программе. Все, сохраняем эту позицию. После того, как вы ее сохранили, вы можете дополнительные всякие вещи, да, там изображение добавить, текстовое описание, установить артикул. Да, вот, кстати говоря, артикул это достаточно важно. Достаточно важная штука, да, там, которую очень часто используют. Она выводится в документе, по нему можно искать сразу позицию. И, соответственно, лучше всего, если вы там артикул сразу тоже будете вводить. Вот, ввели одну позицию номенклатуры, давайте введем вторую позицию номенклатуры. Вот, гайковерт аккумуляторный, у нас одна позиция гайковерт Дювальт, вторая позиция гайковерт Bosch. Bosch, понятно, дороже. Может, непонятно, ну ладно, неважно, то есть Bosch дороже. Все. Также, видите, уже у нас автоматически подставилась единица хранения ставка ЭДС, потому что мы в товарах уже все завели. Все, соответственно, условно, там справочник номенклатуры у нас готов. Готов к тому, чтобы мы могли взять и купить товар и продать его. Давайте это сделаем, да, там, соответственно, закупки, поставщики. Здесь у нас есть весь инструмент, соответственно, мы можем сделать приобретение услуг. Можно делать заказ, можно не делать заказ, да, там можно просто сразу начинать с приобретения активов. Соответственно, у нас стоит все настроено так, что нам кроме того, как вводить поставщики, нам больше ничего не нужно, поскольку у нас работа идет по одной организации, то есть у нас выводится, здесь ничего не выводится. Вот, если бы у нас здесь в общих настройках, да, там вот, точнее, в настройках было указано, что мы работаем с несколькими организациями, да, там с несколькими организациями, соответственно, у нас здесь можно было бы выбирать ту организацию, по которой у нас происходит поступление товаров, но поскольку мы работаем с одной организацией, соответственно, у нас здесь документ приобретения оформляется сразу по ней. Вот он, документ приобретения. Вот, соответственно, здесь у нас, видите, там немного не тот документ приобретения, да, там нам нужен закупки документ, закупки, да, там приобретение товаров и услуг, закупку у поставщика. Вот, соответственно, возникает вопрос со складом, потому что склада нет. Вот, и, соответственно, нужно настроить, да, там настроить NCI. Здесь нам нужно выбрать склад доставка. Вот, указать, что у нас там один или несколько складов, пусть будет несколько. И, соответственно, точнее, ну, пусть будет несколько, да, там, которые один мы будем использовать для оптовых продаж, там, да, один будем использовать потом в дальнейшем для розничных. И здесь в NCI склады администрирования вводим склад. Допустим, назовем его основной. Для того, чтобы ввести склад, но, собственно говоря, тоже ничего не нужно, кроме названия. Вот, он у нас готов. Дальше мы возвращаемся в наш документ.
закупку поставщика. Вот у нас готовый документ. Соответственно, здесь мы выбираем нашего поставщика и выбираем товар. Можете там выбрать, подобрать товары. Вот, можете еще что-то сделать. Мы по одной штучке того и того закупим. Цены, соответственно, тоже мы берем уже из того документа, который к нам пришел на поставку. Да? Здесь можно там раздвинуть и посмотреть, где какая позиция, чтобы не ошибиться. Вот, и, соответственно, вот таким образом заполняем все данные. Автоматически у нас считается НДС, если есть какие-то там цены, то они тоже там автоматически считаемся. Можно загрузить товары из внешнего файла. Здесь можно дополнительные данные тоже заполнить, менеджер подразделения там и так далее. Ну, собственно говоря, нам это не нужно. Сейчас мы проведем этот документ приобретения. Все, он готов, да, там документ приобретения готов. Товар попал на склад. Товар попал на склад, давайте проверим. Соответственно, возьмем склад отчета по складу и сделаем остатки и доступность товара. Допустим, самый простой отчет. Можно выбирать, можно не выбирать склад, но не важно. Нам надо просто посмотреть, что на складе у нас есть эти товарные позиции и что их можно отгружать. Давайте здесь сделаем так, что у нас поставка, допустим, 50 позиций этого, 50 позиций этого. Все, вот проводим этот документ еще раз и снова смотрим остатки. Получается, вот у нас 50 позиций таких, 50 позиций таких. Все, мы их можем отгружать. Здесь у нас стоят артикулы в обязательном порядке. Вот за этим мы его и вводили. Вот, и дальше мы можем посмотреть на закупки, допустим, отчеты по закупкам и ведомость по расчетам с поставщиком. Все, мы нажимаем там кнопку «Сформировать» и видим, что мы, компания «Весь инструмент», должны там большую сумму денег. Соответственно, нам надо срочно этот товар продавать. Там, давайте, собственно говоря, этим и займемся. То есть мы заходим в продажи, также нажимаем там «Документ продажи все» и нажимаем «Реализация». Вот, здесь мы выбираем нашего клиента, да. Здесь мы выбираем «Показать все», Иванова Максима Олеговича, будем продавать товары, также заполнить, подобрать товары. И, соответственно, выбираем тоже по одной штуке. Вот, и здесь у нас видим, что там вид цены у нас не проставлен. То есть есть категория цены «Прайс-лист», но он не проставлен, не заполнен, но не суть важно. Можно просто здесь поставить, что цена произвольная. Вот, если нам нужно срочно отгрузить, если у вас там нет времени заполнять цены, и, соответственно, дальше вы можете просто взять цену, поставить ее здесь и поставить цену здесь. И спокойненько отгрузить этот товар. Вот, потом оформить там все счета, фактуры, нужны там, не нужны они там и так далее. Вот, опять открываем отчеты по складу, смотрим, что товар у нас отгрузился. Вот, осталось 49, лучше открыть отчеты по складу, ведомость по товарам и, соответственно, вот так посмотреть, что у нас там происходит. Вот, происходит следующее, приход 50, расход 1, все, вот такая штука. И дальше мы, соответственно, можем посмотреть продажи, отчеты по продажам и посмотреть валовую прибыль предприятия. Вот такой отчет можем посмотреть, что у нас здесь получилось. Вот, собственно говоря, результат нашей деятельности. Вот таким образом можно, вот эта выручка сформировалась там вот этим документом. Себестоимость товара там пока не рассчитана, это другой вопрос, там мы его сейчас не рассматриваем. Ну вот выручка у нас сформировалась, и, соответственно, мы можем также посмотреть расчеты с клиентами, да, там отчеты по продажам, здесь все это есть, ведомость по расчетам с клиентами. Также посмотреть, что Иванов Максим Олегович нам стал должен эту сумму. Вот так достаточно просто настраивается с нуля управление торговлей. То есть мы для того, чтобы начать работу, мы ввели следующие данные. Мы ввели в NCI администрирование, мы ввели
Сведения о предприятии, сведения об организации. Помните, что если у вас есть подписка на ИТС, вы можете просто поставить ИНН, нажать вот эту кнопку «Заполнить ПНН», у вас все, соответственно, подхватится. Дальше мы зашли в закупки. Здесь выбрали поставщика, здесь также ввели поставщика с помощью кнопочки «Создать», да, там, и здесь выбрали вот эту галочку и, соответственно, указали идентификационные данные, ввели ИНН, опять нажали нашу волшебную кнопку, и все заполнилось. Дальше мы зашли в продажи, здесь выбрали клиента, точно так же его создали. Вот, помните, что при создании нужно указывать там какую-то контактную информацию, либо email, либо телефон. Дальше мы создали два товара. Обязательно укажите артикул, потому что потом забудете или запутаетесь, или еще что-то не так сделаете. Вот. И дальше мы просто купили один товар. Вот у нас документ приобретения товаров и услуг. И продали один товар. Вот у нас документ реализация товаров и услуг. Это необходимый минимум для того, чтобы вы могли начать работать с информационной базой 1С управления торговлей. Вот. Все остальные параметры можно настроить потом. Для того, чтобы вы начали работать, для того, чтобы у вас начали считаться взаиморасчеты, начали считаться остатки по складам, нужно выполнить вот эти вот все настройки. Все остальное заполните потом. И мы сделаем специальный там вебинар, который будет именно про дополнительные настройки, которые можно использовать. А вот базовые это вот такие. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к компании Quadrline.